Головокружительно во всех смыслах. Чтобы рассмотреть маневры пилотов в подробностях, приходится запрокидывать голову. Дымными росчерками самолеты расписывают тульское небо. Бочки, мертвые петли, штопоры, ножи, елки и пике. Все фигуры высшего пилотажа словно сошли со страниц летных учебников. Показательными выступлениями в Туле начинается чемпионат мира по самолетному спорту на Як-52. На аэродром Клоково приехали участники практически со всего земного шара. Россия, США, Австралия, Испания, Чехия, Казахстан. Всего 11 стран. День открытия чемпионата для спортсменов не просто праздник. Есть время подготовиться к конкурсной программе. В кабине этого бело-красного яка Владимир Котельников из Пензенской области. Он победитель уже двух чемпионатов, но это не повод расслабляться. Самое не очень хорошее, то есть вращение, вот штопорное вращение, штопорная бочка. И в другую сторону управляемая бочка, то есть для самолета противоестественно. То есть самолет быстро останавливается в одном, а потом без скорости надо удержать его на одной прямой и сделать бочку на 360 градусов. Этот чемпионат во многом символический. Во-первых, место выбрано с богатой историей. Именно на аэродроме Клоково в годы Великой Отечественной войны летчики знаменитого полка Нормандия-Неман проходили обучение. Французские истребители были кошмаром немецких пилотов. Во-вторых, знамениты и самолеты Як-52. Сейчас их в шутку называют небесными мотоциклами и летающими партами, ведь это самые популярные советские спортивно-тренировочные монопланы. На них и в 21 веке продолжают учиться пилоты, в основном в бывших республиках Советского Союза. В этот раз пилотам предстоит выполнить 4 комплекса фигур высшего пилотажа, но только один известен заранее. Есть оговоренный комплекс и 3 темных комплекса. Есть такой некий каталог аресте, каждая фигура имеет свою стоимость. То есть здесь, ну если общенародным языком, здесь все фигуры. И штопора, и бочки, и петли, полупетли, вертикали всевозможные. Прямые и обратные фигуры, то есть прямые – это положительная перегрузка, обратные – это отрицательные перегрузки. В небе яки, а на земле – оранжевые шершни, красно-белые хаски, зеленые с красными звездами на хвостах аны. В день открытия чемпионата туликам показали выставку ретро-самолетов. Каждому из них больше полувека, но они до сих пор и на лету, и на ходу. Например, этот польский самолетик «Вильга» перевозил планеры еще в 60-е годы прошлого века. Но недавно он совершил подвиг и для своей комплекции, и для своего возраста. Несколько дней он летел на Северный Кавказ. 4 раза пришлось делать остановку и пополнять запасы топлива. С условием того, что он приземлялся на горный аэродром, это было достаточно знаменательное событие для этого самолета. Нельзя по самолету судить по возрасту, самолет судит по состоянию. Летают сейчас самолеты и 45-го года, и довоенные самолеты в отличном состоянии. Воздушные акробаты «Яки» будут замывать небо над Клоково до 15 июля. Тогда, в день закрытия чемпионата, станет известно, кому в этот раз удалось покорить небо и приручить законы гравитации. Анна Степанова, Артем Качин, Первый Тульский.